Уникальный памятник природы находится в поселке Головинка. 20 лет назад это чудо растения, которое посадили в 1840 году, включили в реестр историко-культурного наследия Сочи. Рекреационный объект находится под охраной государства. Когда-то вследствие удара молнии дерево раскололось на две части. Его удалось спасти, а спустя годы оно вновь вызвало тревогу у ученых. Многие делали выводы о возможной гибели тюльпанового дерева, но сейчас все опасения исключены. Оно разрослось, сейчас там много сухих ветвей, ненужных совершенно, огромное дупло в районе 30 кубических метров дупло. И сейчас вот совместно с компанией «Здоровый лес» мы будем заниматься тем, что уберем сухие все опасные ветки и произведем стяжку кроны системы «Кобра», которая позволит сохранить жизнь этому дереву еще многие-многие годы. 4 года назад Центр древесных экспертиз «Здоровый лес» создал проект по сохранению деревьев для будущего поколения и путешествует по стране с мастер-классами. Эксперты рассказывают озеленителям и будущим специалистам, как вырастить здоровое дерево, как выявлять опасные растения, чем их лечить и как бороться с вредителями. Сегодня лекции и практические занятия прошли на территории Сочинского национального парка. Мы привезли уникальное действительно оборудование, но среди них прибор-резистограф, который заглянает, позволяет в прямом смысле внутрь ствола своевременно обнаружить внутренние пороки, которые влияют на степень устойчивости дерева, выявить среди деревьев произрастающих опасные экземпляры. Участникам семинара наглядно показали, как нужно работать с этим прибором, и рассказали, как можно с его помощью оценить иммунитет дерева. Кроме того, специалисты дали мастер-класс по обрезке деревьев и их защите от термических повреждений.